Творческий конкурс видеороликов «Этот удивительный котлас» стартовал 20 июля. Главная тема этого конкурса, конечно, столетний юбилей города. Конкурс у нас проводится уже в третий раз. Его основная цель – это привлечение туристов в наш город. В этом году он посвящен столетию нашего города. Прием заявок открыт с 20 июля по 16 октября. Заявки принимаются в здании администрации в 204 и 209 кабинетах. Конкурс пройдет в несколько этапов. Первый – это непосредственно прием заявок. Второй этап будет собираться заседать конкурсная комиссия, которая определит победителей. И непосредственно награждение победителей, презентация их работ будет проходить в начале ноября этого года. Участвовать в конкурсе могут все котлашане, достигшие 18-летнего возраста. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной. При этом на конкурс будут приниматься работы, которые соответствуют всем требованиям. Так, продолжительность ролика должна составлять не менее 2 минут и не более 10. Каждый участник может представить на суд жюри не более 2 работ. Видеоматериалы принимаются только на CD-диске. Конкурсная комиссия будет оценивать работы по 5-бальной системе. Соответственно, победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество баллов. Оцениваться будет объективность, оригинальность подачи материала, но и основная тематика, повторюсь, это у нас столетний юбилей города Котласа. Победители, занявшие призовые места, получат денежные призы. За первое место можно выиграть 15 тысяч рублей, за второе и третье – 10 тысяч и 5 тысяч. Участники конкурса видеороликов, которые не займут призовые места, получат сертификаты участников. Напоминаем, что прием заявок конкурса видеороликов «Этот удивительный котлас» до 16 октября.